А Чарли научилась есть кабачок. Вот вы писали в комментариях, что она откусывает кусками и выплевывает. А Филя ее научил есть. Где у нас Филя? Филя сейчас ест зерно. Но это он научил Чарли нормально есть кабачок. Теперь она так же, как и он, откусывает маленькими кусочками и ест, проглатывает.